Встретите с ним. Итак, между делом скажете, что завтра вы уезжаете в Дубровку в 8 утра. Угу. А самое главное, скажите ему тоже так, между прочим, невзначай, что послезавтра с вас снимут гипс. Гена? Да. А почему же вы его туда не... Чтобы не спугнуть более крупную рыбу. Я никак не рассчитывал, что он... Гипсом. Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо... Не надо. Он согласился? Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте.